Я могу спокойно держать цель, делать двойные выстрелы в одну мишень. Очень легко и быстро переносится по фронту, поскольку здесь центра тяжести нет. Вот баланс отрицательный в данном случае. То есть вот центр где-то здесь. С магазином, если со снаряженным, он переместится где-то на 2,5-3 сантиметра назад. Если здесь будет установлен коллиматор, дульный тормоз, то баланс где-то останется в районе рукоятки. Это можно переносить на стрельбу со слабого плеча. Просто при перезаряжании удобно удерживать вот так безопасно. Менять магазины.